Более 1000 мест для детей до 3 лет созданы за последние 4 года в дошкольных учреждениях Хабаровского края. Ясельные группы открываются в рамках нацпроекта «Демография». Одна из них в частном детском саду Хабаровска. Новые ясли рассчитаны на 30 детей. Подробности в репортаже Яны Ленкевич. В честь открытия новой ясельной группы в частном детском саду номер 32 организовали маленький праздник. Для гостей воспитанники дошкольного учреждения вместе с воспитателями подготовили концерт. В светлых комнатах игрушки стоят, ждут не дождутся малышек, ребят. Новую ясельную группу открыли за счет средств, которые детский сад выиграл в конкурсе на предоставление федеральной субсидии. Почти 4 миллиона рублей учреждение получило в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Конечно, без этого нацпроекта мы бы не смогли такую материальную базу создать. Вот. И компьютеры купили, и оборудование новое купили. Все есть для того, чтобы на современном уровне. Эти прям маленькие в компьютерах сидят. Пойдемте покажем. В группе установили телевизор с сенсорным экраном. С его помощью дети смогут играть в развивающие игры на логику. Кроме того, на выделенные деньги обновили зал физкультуры. Инвентарь подобрали под возраст детей. Ремонт тоже сделали с учетом требований ухода за малышами. Закуплены кровати, мебель и игрушки. Все для детей от 1,5 до 3 лет. До конца года в детских садах края будет создано еще 45 мест для детей от 1,5 до 3 лет. По словам министра образования и науки, подобные группы уже работают в нескольких районах. Реализуются такие проекты в Амурском районе, я знаю, что в Солнечном, в Вяземском районе, в городе Хабаровске, в 5 дошкольных учреждениях также созданы условия для приема детей раннего дошкольного возраста. Ясельные группы будут открываться во всех детских садах Хабаровского края. По поручению президента Владимира Путина регионы должны обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех детей до 3 лет. Яна Ленкевич, Вячеслав Герич, телеканал «Губерния».